А меж тем появилась информация о том, если уже продолжать разговор, что происходит именно на запорожском направлении фронта, что российские войска активизировали работы по минированию в районе Работино и Вербового, это Запорожская область, насколько вы знаете. Таким образом, враг пытается сковать, да, украинские силы на участках фронта подальше от своих районов обеспечения. Да, кстати, интересная ситуация вообще сейчас происходит и складывается в целом на временно оккупированных территориях. Давай возьмем хотя бы, к примеру, временно оккупированную Новую Каховку, да. Херсонская область. Да. Там, ну, по официальной информации, неизвестные, но, тем не менее, тут уже можно понять в дальнейшем, кем могут быть эти неизвестные, подожгли памятник главе большевиков Владимиру Ленину. Об этом в телеграм-канале сообщил военный и николаевский активист Илья Зелинский. Написал он следующее. Что-то интересное в Новой Каховке последние дни. Сначала Сальдович сообщает о подрыве Единоросса, затем в сапог бросили попытку подрыва Ленина и трезуб на центральной площади. Должниковцы какие-то, ей-богу, написал Зелинский. Ну, в общем-то, тенденции, которые там наблюдаются, указывают на, видимо, скорую деоккупацию. Ну, а между тем, сейчас у нас будет замечательная возможность поговорить о том, что происходит в том числе и на запорожском направлении фронта. Ведь к нашему эфиру присоединяется Наталья Гуменюк, начальник Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг». Наталья, здравствуйте. Мы, как всегда, рады вас приветствовать в нашем эфире. Слава Украине, и я вас витаю. Героям слава. Героям слава. Скажите, пожалуйста, вот информацию, которую мы уже с Владимиром только что озвучили относительно активизации россиян по минированию в районах Работино и Вербового Запорожской области. Как можете прокомментировать, вот объективно, какая сейчас там ситуация в данном контексте? Очевидно, что наш натиск и продвижение сил на запорожском направлении врага явно не устраивает, и они чувствуют, что теряют позиции, именно потому и приступают к минированию территорий, поскольку сейчас эта зона, участок, который вы обозначили, является горячим, наиболее горячим, там, где территории переходят от одной стороны к другой, и это нормальное течение боевых действий, понимание того, что силы, которые нам противостоят, очень большие, но при этом все равно мы умудряемся продвигаться и выгрызать у врага понемногу нашей земли, а враг, в свою очередь, пытается вот таким образом остановить продвижение сил обороны. Да, ну понятно, что ситуация довольно динамична на поле боя, и продвижение сил обороны — это не линейное продвижение исключительно вперед. Разные движения, разные ситуации происходят. И возникает резонный вопрос, а какова вероятность, что, например, врагу временно вновь удастся перебраться на юге, на правобережье Днепра? Можем рассматривать разные варианты ситуации, но о продвижении на правый берег речь не идет априори, потому что, во-первых, линия фронта действительно специфичная, которая пролегает по речке Днепр, и это не маленькая речка, это широченная река, даже в условиях последствий подрыва Каховского водохранилища, Каховской дамбы и разлива у водохранилища, она имеет очень серьезное, она представляет собой очень серьезное препятствие. И врагу для того, чтобы собрать силы и двинуть на правый берег, необходима очень серьезная поддержка последующее, потому что, высадившись на правом берегу, диверсионно-разведывательные группы, если даже гипотетически предположить такое развитие событий, попадают в абсолютно плотное, густо населенное силами обороны окружение. Поэтому продвижение такой группы бесперспективно однозначно. Форсирование реки Днепро в обратном направлении слева на правый берег фактически исключено, потому что мосты, уходя, оккупанты разрушили, продвижение сил и техники невозможно в обычном порядке. Это означает, что будет предпринята попытка, если будет, высадки действительно с использованием плавсредств, а их у врага катастрофически не хватает, и мы их отминусовываем каждый день фактически в сведении, это фигурирует. То есть
сил и ресурсов, ну и смысла в этом нет совершенно никакого. Наталья, также хотелось бы сейчас с вами обговорить вот какой аспект. Смотрите, ну, октябрь месяц, понятное дело, мы помним то, что было год назад на территории независимой Украины, весь этот ужас, который оккупанты нам устраивали. Сейчас согласны ли вы с тем, что мы вступаем в стадию, когда враг активно готовится, накапливает силы, как говорится, перед новыми ракетными обстрелами, дабы снова поражать украинскую энергетическую инфраструктуру в том числе? Ну да, это такие себе новые старые обстрелы, да, потому что подход к решению вопроса, а он состоит только в том, что каким-то образом оказать давление на население Украины, максимально терроризировать население не только прифронтовых территорий, а и глубоко тыловых районов, и в целом раскачать ситуацию внешнеполитическую, внутриполитическую в стране, которая находится в состоянии войны. Другого это не преследует, другой цели. И понимание того, что они могут это поставить себе в приоритет, есть у всех. Высшего военно-политического руководства страны, у мирового сообщества и у самого врага, в частности. Мы видим, что в последнее время они не используют ракеты фактически, больше отдают предпочтение дроновым атакам, и это оправдано тем, что этого ресурса у них больше. Накопление ракет — это основа на их производстве, потому что мы видели уже, что они обстреливают нас свежеизготовленными ракетами, то есть то, что буквально сошло с конвейера, фактически сразу же загружается на ракетоноситель и отправляется по территории Украины. А означает это то, что такое медленное производство требует времени для накопления ресурса. Если они планируют обстрелы в несколько десятков ракет одновременно, значит, им нужно накопить соответствующий ресурс. Если анализировать и вспомнить прошлогодний вот этот вот период так называемых блэкаутов, они брали паузу в 7, 10, потом 14 дней для того, чтобы согласовать свои действия, наладить механизм поставки ракет к ракетоносителям и снова создать такой... Наталья? Наталья? Давайте проверим звук. Да, мы вас видим, но не слышим, к сожалению. Видим прекрасно. Пока что есть небольшие проблемы со звуком у нас. А вернулся звук? Да, вернулся звук. Изумительно. Наталья, понятно, что для обстрелов украинской территории оккупанты российские, среди прочего, используют и Черноморский флот Российской Федерации. Понятное дело, что в украинских территориальных водах эти суда не могут чувствовать себя в безопасности, именно так и должно быть. Но, тем не менее, остаются некоторые корабли, в частности, подлодки. Насколько серьезную угрозу они сейчас представляют мирным украинским городам? Конкретно сейчас на боевом дежурстве находятся два подводных ракетоносителя. Шторм спровоцировал заход фактически всех надводных единиц в пункты базирования. Шторм в Черном море сейчас достаточно сильный. 4-5 баллов для этого моря достаточно убедительно. И для тех кораблей класса, которые могут находиться в открытом море, это достаточно небезопасно. Поэтому сейчас на боевом дежурстве находятся два ракетоносителя подводных. Они находятся фактически неподалеку от Новороссийской бухты, но при этом продолжают создавать угрозу всей территории Украины, потому что старт ракет типа «Калибр» с них может достичь цели на расстоянии до 2500 километров. А это означает, вся территория Украины под угрозой. И напомню, что выявление пуска ракет с подводных лодок осложнено для систем противовоздушной обороны, потому что в этом случае ракеты часто идут вдоль поверхности воды и на достаточно невысоком расстоянии, что делает их практически незаметным для систем выявления. И только когда уже заходит на удар, тогда они фигурируют на радарах, и поэтому сигнал тревоги может прозвучать фактически за несколько мгновений до удара.
Понимая этот аспект, мы говорим о том, что при дежурстве подводных ракетоносителей уровень ракетной опасности повышается. Наталья, мы благодарны вам за этот объективный анализ того, что сейчас происходит. Благодарим, что нашли время. Наталья Гаменюк, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины «Юг», присоединялась к эфиру телеканала «Freedom». Спасибо.